Настрой был серьезный, потому что мы видели, как Ухта играет предыдущие матчи, очень заряженно. И было не просто Сибиряку и другим командам. Поэтому мы серьезно подготовились к игре. Они выбрали хорошую тактику, оборонялись на своей половине поля и очень успешно бежали в контратаку. Ну, конечно, мы с позиционных атак забили свои мячи и удержали преимущество до конца игры. Чем?